Пятничный летний марафон продолжается. Меня зовут Николай Никулин, и сегодня мы находимся в антикафе «Территория общения» на Пушкинской. Я спустился на нулевой этаж, где сейчас с легкой руки Алисы, представителя этого антикафе, мы узнаем, чем же здесь занимаются. Алиса, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот мы сейчас на нулевом этаже, разумеется, для наших телезрителей мы покажем, чем здесь занимается молодежь, а вот наверху, что у вас есть, какие залы? Наверху у нас регистрация, где вы проходите на стойку, регистрируетесь, что вы пришли к нам в антикафе, вот мы записываем ваше имя, а еще наверху у нас есть помещение для компьютерных игр, люди играют. Ну, в общем. В компьютерном, там, Street Fighter у вас есть, какой-то Mortal Kombat, я видел различные файтинги в основном. Кстати, даже я должен для наших телезрителей признаться, я немножко поиграл в Street Fighter и встретил человека, чемпиона России по Street Fighter. Это такая игра, ну, где есть бойцы. Алиса, хорошо, расскажите вот про эти залы. Чем здесь, собственно, давайте встанем вот конкретно в этой части. Конкретно в этой части у нас огромное количество настольных игр. Вот. Шахматы, шашки, какие-то пошаговые... Элиас, твистер, и не только настольные, очень активные. В общем, можно здесь отдыхать. Ролевые такие, да. Да. Еще... Ну, здесь, я смотрю, можно просто хорошо проводить время. В свободном пользовании буфет. Чай, кофе, любые напитки, печеньки. А к слову о чае, давайте сейчас спросим у посетителей антикафе, что они пьют, как они проводят время, и вообще, что заставило сюда их прийти? Да, здравствуйте. Я Александр, собственно. Пьем чай, кофе на выбор здесь предоставляют. Вообще-то даже разный кофе. Очень все вкусно. И зачастую я хожу в антикафе, чтобы познакомиться с классными людьми, что в антикафе их очень много вообще-то. А еще говорят, что здесь очень часто люди приходят на ночь. Действительно это так? Я ни разу не приходила, не знаю. А вы нет? Да. А здесь круглосуточно, то есть, работа? Не по всем дням, четверг, пятница, суббота. А вот по каким дням нам расскажет Алиса? Спасибо большое. Да. Мы работаем с 12 дня до 6 утра, с четверга, пятница, суббота. Вот. Но иногда у нас проходят незапланированные, как бы люди остаются, и они очень... весело проводить время, и поэтому мы можем как бы работать в любой день недели. К слову о веселом времяпрепровождении, вот я хотел бы обратить внимание, смотрите, здесь не только ребята играют в настольный хоккей, но и девушки, что удивительно, девушки увлекаются хоккеем, и, между прочим, даже, по-моему, побеждают. А вот здесь у вас, я смотрю, настольный компьютер есть. Да, здесь у нас в свободном пользовании компьютер, Wi-Fi, где люди могут выйти в любой момент в сеть, в интернет, что так популярно сейчас у нас в мире. Еще у нас есть такая интересная вещь, как буккроссинг. Думаю, все знают, что такое буккроссинг, где вы можете прийти, взять любую книгу, принести свою, поменяться, в общем, и все это совершенно бесплатно. Свободно пользование так же, как... Ну, собственно, пойдемте, пройдем теперь в зал, где готовят кофе. А я бы хотел заметить, дорогие друзья, конечно, буккроссинг – это интересно. А, да, сейчас мы расскажем про эти микрофоны. Интересно, но для меня книга – это всегда друг, а с друзьями я не люблю расставаться. А здесь чем занимается? Здесь у нас занимается... Здесь у нас проходят творческие вечера, поэтические вечера, концерты. И люди могут просто в любой момент прийти, поиграть на гитаре, ну, что-то рассказать нам, спеть. У нас очень творческий коллектив, талантливые люди. Вот. Ну что ж, а если говорить о творчестве, мне кажется, что главным образом творчество проявляется на кухне, особенно со стороны девушек. И сейчас как раз мы посмотрим, как готовится кофе и какой кофе, собственно говоря, здесь могут приготовить. Здравствуйте. Добрый день. Вы можете попросить любой кофе, в том числе капучино, американо, экспрессо, латте и все что угодно мы готовы вам предложить. А вот покажите, вот что-нибудь вы нам уже приготовили здесь, это... состряпали? Так. Это у нас что? Ага. Капучино с молоком и пенкой. Крепкий? Ну, давайте я сейчас отведаю. Дорогие друзья, я по обыкновению люблю пить кофе с сахаром, но в этот раз выпью без сахара. Это летний марафон. Прямое включение из антикафе. Оставайтесь с нами. Ну, а я пока здесь еще часочек попью кофе.